Понятно. Значит, в 79 году Советский Союз ввел войска в Афганистан, а в 81 году сбил южнокорейский Боинг. После чего было охлаждение, скажем так, с западными странами гораздо больше, нежели сейчас. И прошло каких-то 10 лет, и все наладилось. Каких 10? 10 не прошло. Как все наладилось, началась разрядка, разоружение и распростертые объятия для России. Вот. Поэтому я думаю, что все это не очень надолго. Мы нужны западным странам. Америке мы не очень нужны, Америка нам не очень нужна. А вот Европа, конечно, она не сможет без нас. И, ну, мы тоже без нее во многом не сможем.